Всем привет, ребят. Опять китайка, и опять я удивляюсь. Все-таки они уже наконец-то сделали топовый базар, и я его уже забрал. Как видите, можно купить Фрею за полпака, скин на Фрею собрать. Грубо говоря, две Фреи вы получаете скин, две топовых сумки, самое основное, два сундучка, ну и новый талантик, два новых талантика. Сейчас мы это будем все рассматривать. Плюс, как видите, 100 тысяч еще дали дополнительно орденов. Сейчас мы тоже это все сделаем. Даже не 100, ребят, 500. Если с каждого 500, 10 коробочек. В общем, все по максимуму. Еще здесь скины на прокачку, огнекрыл. Ну, дальше такие уже пошли плюшки. Я их тоже потом позабираю. Плюс седьмая жива. То, блин, чего мне здесь очень не хватало, наконец-то. Пак смогу седьмой собрать. Ну, в общем, все по максимуму. Это все будет в дальнейшем. Также тут есть акции некоторые. Сейчас сразу все рассмотрим. И пойдем дальше трешивать. Ну, в общем, вот так вот. Такая вот китайка. Так, это алхимик. Мы пока его трогать не будем. Сейчас пойдем прокачаем стража. Посмотрим на скин в действии. Как он выглядит. Райка у меня уже максимальные прокачки. Соответственно, мы сейчас и сможем поставить порочный пакт. Так, вот есть... О, общая баназа вообще супер. Смотрите, тут еще плюшки дают. Неплохие. Причем она длится 4 дня. Не один день, как у нас, а 4. Топовые. Топ. Отлично. Ремочка еще одна, пятая. Священный огонь. И огнекрыл. В общем, вот так вот, ребят. Так, тут у нас ничего нету. Окей, поехали, заберем за битву гильдии награду, кулачки. Ну что, поехали. Давайте начнем. Покажу вам. Вот это ежедневная награда. Вот новые карты. Можно удвоить награду. То есть дают, вот видите, красные кристаллы и зеленые. Нажимаем на X2. И что произошло, непонятно. Получил я, не получил. Не знаю, посмотрим. Думаю, что вдвойне. Так, забираем плюшки. Вот так вот, ребят. Вот это называется, блин, кайфовый топовый базар. Не надо много всего. Самое главное, самые недостающие герои. Скины, блин, новые талантики. Все как и должно быть. Так, окей, забираем. Поехали, пооткрываем. Что там у нас есть? Ордена. 500 тысяч орденов. Вот так вот. Отличненько. Так, ордена мы забрали. Что у нас тут? 10 коробочек. Это мы отставим. Да, вот все-таки удвоили. У меня там было, по-моему, 92. Ай, случайно перешел на ту вкладочку. Вот новый талантик есть. 92 у меня было. Да, удвоили в 2. Вот это новые камни. Вот карту использовали, она увеличивает ежедневные награды. Вот так вот, ребят, то есть... Ну, опять же, это для донатов. Так, что у нас тут еще такое? Давайте сразу сундучки пооткрываем. Ну, такое себе каменка и ложный. Так. Ну, вроде тут как бы все. С этим мы разобрались. Огнекрылов я пока коплю, как видите. Так... Также у нас на китайке, чего на русском нету, огнекрыла, вот сумочки можно забирать. Еще плюс 2 сумочки за еженедельные награды через неделю. Вот так вот чередуется оно все. То есть еще плюс китайки. Так, окей, с этим мы разобрались. Поехали. Давайте откроем сейчас скин на Фрею наконец-то. Можно, в принципе, на этой. Бум. Вот так вот она выглядит теперь. Даже его прокачаем немножко. У меня больше кэшек просто не хватает. Так. А что у нас по подземкам? Ну, давайте, может... Хотя вряд ли нам хватит. Нету тут кэшек. Ладно, не будем прокачивать. Давайте поставим ее на таблеточку. Вот теперь то, что надо. Вот так вот она теперь выглядит. Так, смотрим.
Давайте ее позапускаем. Ну, прикольно смотрится. Ну, красиво сделали, реально красиво. Смотрите, лучница такая бегает. Сейчас посмотрим на умение, как изменилось. Ну, реально классно смотрится. Супер. В этом плюс. Сейчас посмотрим умение, как работает в рейде. Так. Вот так вот, смотрите, какой луч сразу падает. Ну, красиво сделали анимация. Смотрите на голубей. Вообще супер. Ну, не знаю, мне нравится. Пишите в комменты, как вам. Супер. Жестко, жестко, конечно. Давайте сейчас еще сделаем то, чего я хотел очень давно сделать. Я хотел сливать грубую силу, но у меня уже есть возможность смены. Сейчас. Так, у меня тут есть порочные пакты. Накопились. Так, заменить. И сразу улучшаем. Вот такая у нас теперь Фрейя здесь. Так, убираем. Ставим сюда. Давайте сейчас найдем, где там у меня грубая сила у кого. У Анубиса. Посмотрим. Что же у нас все-таки будет? Вот такая вот у нас теперь Фрейка. Смотрите на атаку. 23, 24 почти тысячи. Максимальная сборка, но еще можно, конечно, седьмое можно сделать. Это плюс, у меня здесь на ней стоит пиромах, потому что для архидемона ее иногда использую. Но мы это изменим скоро. Вот смотрите, как она шатает теперь героев с плюшки. Как вам? Плюс пиромах еще дополнительно бьет, но голуби тоже красиво. Но тут вопросов нет. Действительно красиво сделали, наконец-то. Наконец-то сделали красивый скин для героя. Достойно, достойно. Все-таки достойно. Давайте еще на кого-то нападем, посмотрим. Давайте, заряжайте. Вот такая обычная. Вот, кстати, смотрите разницу. Вот обычная Фрейя у нас есть. И вот это. Голуби разница тоже видна. Так, окей, поехали дальше качать стража. Вот у меня 21 уровень сейчас, у меня уже появились ордена, и мы можем дальше улучшать. Вот начиная с 21 нам нужны камни, как видите. Сейчас 5 камней, дальше тоже 5. Вот начиная с 23 уже идет улучшение по 10, 25 по 20. Ничего себе. Вот, значит, нет привязки, ребят. Нету привязки прохождения уровня к этому. Там просто мы камни получаем. То есть за ежедневки можно будет свободно получать. Ну, максимум, как видите, что я сейчас могу сделать. Тут 28 уровень. Дальше 60 камней надо. Вот так вот. Поэтому придется эти все локации на максимум фармить. Плюс дополнительно, я думаю, еще надо будет докупать. Потому что, ну, нереально столько насобирать. Ежедневки фармить, то есть других вариантов, к сожалению, пока нет. Так, 28 уровень, ничего у нас поменялось. Ну, блин, статы тоже неплохо так нехило выросли. Сейчас посмотрим, я не посмотрел, сколько сила. Так, давайте зеленого, я не зеленого, давайте вот этого качнем. Немножко подкачаем. Так, тут все идет за ордена, качается изначально. До 20... первого уровня, по-моему. То есть по 5 силы дают за уровень, чтобы вы себе понимали. Так, вот 21. Если по 5 силы, что у нас получается? 36, 100, 36, да? 150, 180. 180 силы всего лишь прибавка будет. На максималке. Это фигня. Забрали с артами намного больше. Вот так вот. Видите, по 5 добавляет и все. И не более того.
Вот мне орденов немножко не хватает. На 28-й прокачать. То есть, чтобы вы себе понимали, надо будет нормально и орденов, и камней. Максимум, что вы сможете вкачать, там это 28-29 уровень. А дальше придется все-таки ждать. Так, давайте этого немножко тогда подкачаем. Вот так вот сделаем. Так, с этим мы разобрались. Давайте по поводу нового таланта я вам расскажу, что за новый талант, потому что многие не рассказывали, уже отдельно сделаем на него обзор. Новый талант дает атаку, дает плюс одну клетку к зоне, и также он дает деф. На кого его использовать, честно говоря, не знаю. Напишите в комментах, на ком вы хотите посмотреть, но это своеобразный талант, то есть деф плюс атака. Он не всем героям подойдет. Я вам дам варианты, вы пишите, на ком вы захотите. Бигфут как вариант, но все-таки ему и хп надо. Не знаю, священный огонь и деф для него, мне кажется, будет получше. Я хочу попробовать, и даже плюс одна клетка его там особо не спасет. Как вариант, это Вольт. Вариант Некрос. Тоже очень интересно будет посмотреть Вольт, потому что он плюс одна клетка, он будет бить, если ему еще поставить на дальность чары. Тоже будет очень интересно посмотреть. Плюс у него будет и деф, и атака, в принципе, сохранится. Интересный вариант будет, будет плюс две клетки. То есть на это тоже интересно посмотреть, чарами сделать и этим. Так, ну вариант Вольт, вариант Некрос, чтобы активировался Огнекрыл, я не знаю, есть смысл, нету, тоже можно в принципе попробовать. Так. Ну там Медуза и эти тоже в принципе неплохо, и Леди Лео будет тоже смотреться неплохо с этим талантиком. Кто еще у нас такой интересный? Фрэнки как вариант, почему нет? Да много героев, ну вот у меня основные пока, я не знаю, пока это Некрос, Вольт, бабульку можно еще затестить, плюс одну клетку. Тоже интересный вариант будет. И поставить ей плюс одну клетку, дальность атаки. Я не знаю, это будет 6 клеток, очень интересно на это посмотреть. Она будет также, можно Ари поставить, Ара будет дальше бить. В общем, пишите комменты, такая вот китайка была, не знаю, думаю, вам нравится, если нравится, обязательно лепите лайки, репостики, ссылочка на Огнекрыла в описании, всем удачи, всем пока.